Всем привет, Хамзат Чимаев все еще остается непобежденным после нереально доминирующей победы на UFC 279. На выходе, как вы видели, Хамзата освистали толпой, не оценили они его весовое фиаско. Хамзату было что сказать в клетке, он показал не словом, а делом. Борс сразу провел тейкдаун и навязал быстрый темп, прямо же с первой секунды. Чимаев даже не вспотел, задушил Кевина Холланда в первом раунде и показал доминирующую победу. Это уже 12-я его победа в карьере. Здесь же менеджер Хамзата Чимаева делает важное заявление. Хамзат стер все колени, а канвас, какая-то слишком жесткая поверхность была. Или это он набрал такую скорость? Это отвечая на критику хейтеров. Видимо, в команде понимают, что нереально крутая победа, нереально крутое далее продвижение, но надо сказать, обратная сторона всего этого – хейтеров поприбавилось у Хамзата. Вы сами слышали, сколько свистов было, когда он выходил в октагон и когда он говорил победную речь. Что еще надо отметить, Кевин Холланд не нанес ни одного удара за бой. Меньше минуты, не почувствовал даже соперника Хамзат. То, собственно, то, что я вам и говорил. Смотрите прошлое видео, там я сказал, что Холланд уснет, но уснуть он не уснул, зато постучал. Толпа освистала, как я уже сказал, Хамзата под свисты. Чимаев сказал следующие слова. «Ну что скажете теперь, а? Я готов сносить всех. Мне пофиг, кто это. Я люблю эту историю. Я умираю у клетки. Дайте мне Диаза, я снесу его». «Дайте ему Диаза, дайте ему всех Диаза, всех остальных. Борс прикончит их всех и Дана Уайта тоже». Хамзат потенциально может побороться в следующем бою за титул. Говорит, что вес больше для него не станет проблемой, что с весогонкой все будет ок. Во время победного интервью Чимаев поблагодарил болельщиков в Чечне, по всему миру, поблагодарил за поддержку и пообещал покорить полусредний и средний веса в ближайшем будущем. Что ж сказать, доминирующая победа. Хейтеры, хотелось бы увидеть ваши лица в этот момент. Как вам победа Хамзата?